До выборов мясцовые советы депутатов застается всего 10 дней, а тому увага до ситуации на участках, как николи, высокая. Необходимо предугледзить все варианты, которые могут поуплывать как на ход голосования, так и на безопасность выборщиков. Анализуется все – от обеспечения участков бесперапынной телефонной связью до пожарной безопасности и охраны правопорядка. С усими супрасовниками милиции, которые будут дежурить на участках, проведена специальная учеба. Проведен расчет сил и средств, задействованных для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на избирательных участках в период проведения засроченного голосования и в день выборов. Сотрудниками УВД, территориальных РУВД области проведены дополнительные занятия по изучению законодательства о выборах в массовых мероприятиях. Руководством территориальных РУВД налажено тесное взаимодействие с избирательными комиссиями. Еще один блок питаний, разглядженных на посяджении областной комиссии, звороты кандидатов у депутаты. Претендент з Речицы незадоволены тем, что замест его полной автобиографии у информационной листовцы надруковали скороченные данные. У областной комиссии полишили, что у каждого из кандидатов должны быть однольковые правы, и у задовольнении скарги отмовили. Урешті у претендента есть возможность створить уласный фонд, с якого можно профинансовать друкование любого объема информации. Еще один кандидат, але уже с Гомеля, незадоволен тем, что за порушение у проведения агитационной кампании ему обвешены уже два попереджения. У перелику порушений и плакаты за образы действующей улады, и критичные высказывания у адресу сотрудников милиции, и проведение пикетов каля навучальных установ, что створило проблемы для проведения занятков. Решение принимается одноголосно. У задовольнении скарги отмовить. Дарыча, у выборшей кампании этот кандидат будет принимать удел и далей. Из поступивших обращений или жалоб в областную избирательную комиссию, их было 7 по различным вопросам. Значит, одно было удовлетворено, это в регистрации кандидатуры. Я не буду называть кандидата, все-таки еще агитация проводится, поэтому фамилию называть не буду. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадо, компания «Гомель».